Казалось, уже ничто не остановит немецкую танковую армаду. Как вдруг передовые подразделения 19-й танковой дивизии Вермахта были атакованы одиночным советским танком БТ-7. Этот подвиг вызвал буквально удивление и фактически неверие многих людей. «Когда один в поле воин». Фильм 30-й из нового документального цикла «Война миров». В субботу в 11:05 на телеканале «Звезда».